Друзья, привет всем, это Умка Молл, меня зовут Алексей. К нам на обзор приезжает большое количество товаров для того, чтобы мы распаковали и показали вам, как они выглядят. И сейчас у нас рубрика «Детские товары». Я чувствую себя ребенком, который получил на Новый год все, о чем только мечтал, но конкретно сейчас я распакую именно вот эту коробку. Здесь нам производитель заявляет, что мы получим 50 предметов, из которых сможем собирать разных вот таких чудиков. Это, ну, какое-то, скажем так, отчасти практически лего, но немножко со своей тематикой, то, как соединяются между собой предметы. Ну и не буду тянуть, начну распаковывать, а пока распаковываю немножко информации. В конце этого ролика я расскажу вам, как получить этот товар, да еще сотню других товаров из совершенно разных категорий, совершенно бесплатно. Так что не переключайтесь, давайте смотреть и узнавать. Как они тут, конечно, молодцы, хорошо упаковали. 5 раз заклеили. Окей, добрался я до внутренностей, достану, посмотрю. Что нам заявляет производитель? То, что этим набором можно будет пользоваться уже начиная с 2 лет. То есть стоит пометка 2+. С 2 до 12 лет этот набор детишкам подойдет. Сразу нас внутри встречает небольшая инструкция, или назовем это картинка. Это примеры работ, которые можно собрать. Но, естественно, можно на нее не смотреть, а собирать что-то свое, фантастическое и выдуманное. И в комплекте идет один мешочек, здесь у нас разные головы и разные тельца с ручками, назовем так, основные части. А во втором пакете нам положили, скажем так, переходные и соединительные элементы, из которых мы можем делать разные интересные формы и объединять ножки, тело и, например, какая-нибудь голова или там ручки. Что еще здесь немножко спряталось внутри, это книжка, где также в картинках нам показывают варианты чудиков или предметов, которые можно собрать. Ну, здесь какие-то и самолеты, и автомобильчики, ну и все с рожицами, все веселое, все познавательное. Предлагаю рассмотреть эти элементы поближе. Друзья, и вот она инструкция, точнее картинка, примеры, что можно собрать из этого конструктора. То есть это не только разные человечки и чудики, но также, например, и горка есть, качели, вертолеты, самолеты, даже замок, и тот можно построить. И на обратной стороне еще вариации. То есть, ну, как видите, разнообразие феерическое. И плюс еще можно подключить свою фантазию и собрать что-то свое, что-то еще более веселое. Вот она книжечка, где нам тоже показывают разные вариации, чего можно собрать. В общем-то, на это тоже можно ориентироваться, дополнять фигурки. И вот он сам конструктор. На ощупь вот эти соединения похожи на какой-то мягкий пластик. Он такой немножко гнется. Сам по себе пластик достаточно жесткий, но при этом все-таки небольшая гибкость у него остается. Ну и вот эти все соединения позволяют нам объединять в любом виде между собой предметы. Соединяются они достаточно жестко, ничего никуда не отваливается, не убегает. Ну, это, например, даже с поворотным механизмом. И второй комплект. Здесь как вот тельце, все тоже такое гибкое. Можно погнуть, потрогать. Кстати говоря, на ощупь вот эти штуки очень приятные. И мне кажется, с точки зрения детей, это отличный набор, который развивает мелкую моторику, восприятие больших малых предметов. Это тот набор, который позволяет ребенку включить фантазию просто на максимум и собирать что-то немыслимое, какие-нибудь летательные корабли, домики, вообще все что угодно, пожалуйста, можно наобъединять, насоединять. И что приятно, все-таки конструктор в меру мягкий, то есть как-то от него сильно пораниться, ну, будет очень и очень сложно. Что-то проглотить здесь тоже, ну, особо маленьких совсем деталек здесь и нету. Ну, такие штучки. В общем, как видите, набор большой, яркий и позволяет развиваться во все стороны. Друзья, большое разнообразие совершенно разных элементов позволяет нам собирать совершенно чумовых каких-то выдуманных чудиков, разные предметы, и все это сводится к тому, что ребенок развивается разносторонне. Поэтому переходим по ссылке, смотрим актуальную цену на этот набор. Также на сайте и в каталоге магазина Умка Молл представлено большое количество товаров из похожей категории, так что на любой вкус найдутся игры или игрушки. Переходим, выбираем, оставляем заказ. Доставка по России и странам
странам СНГ у нас 3-5 дней. Причем доставка сразу до двери, и мы бережем ваши нервы, никаких ожиданий на почте. Чтобы получить этот набор, да и все, что я распаковываю за этим столом, достаточно подписаться на нашу группу ВКонтакте, на наш канал на YouTube и следить за новостями. Частенько мы разыгрываем все то, что я распаковываю, так что, может быть, именно у вас будет возможность получить что-то совершенно бесплатно, с бесплатной доставкой прямо до двери. Так что желаю вам всем удачи, крутых и классных покупок. Я же с вами встречусь за этим распаковочным столом в следующий раз. Всем пока!